Трудовое лето для подростков Ненецкого округа идет полным ходом. На улицах города уже можно увидеть первые результаты их работ. Так, на клумбах Наринмара высажено более 3000 цветов. К концу сезона благоустройства планируется высадить более 12 тысяч саженцев. Это и цинерарии, и бархатцы четырех видов. Общая площадь озеленения составит более 264 квадратных метров. Десятиклассница Алена Сорокина с начала месяца занимается благоустройством города, а также посадкой цветов. Работает по 4 часа в день. Все полученные деньги она рассчитывает потратить на семейный отдых. Сколько получу, не знаю. Потратить, ну, в отпуск поедем с мамой. Так. Работаем, цветы садили, мусор убирали, сейчас траву подметаем. Цветочное оформление городских клумб начали возле памятника экипажу самолета Як-7Б и окружной администрации. По плану посадка цветов продолжится на площади Марат-Сей, улице Смедовича, в скверах по улице Ленина, возле памятников, а также на Аллее Славы и в Лесозаводском парке. Работы планируется завершить до середины июля. Цветочную рассаду предоставляет тепличный комбинат «Солнышко», который выиграл аукцион на поставку посадочного материала. В этом году благоустройством города и населенных пунктов будут заниматься 500 школьников и студентов. Ежегодно им предоставляют рабочие места на период летних каникул. 6 человек трудоустроило муниципальное казенное предприятие «Энергия», и 5 человек работали от детского сада. То есть дети занимались уборкой территории в основном. Это лес от сухого мусора. Вот. К ним был представлен руководитель. То есть, ну, дети довольны, что им удалось подзаработать денег. То есть, ну, кроме этого, все-таки это детский труд. Это нормально, когда дети привыкают трудиться. Средства на оплату труда школьников и студентов предусмотрены в рамках государственной программы содействия занятости населения Ненецкого округа на 2016-2020 годы. Как и в прошлом году, каждый подросток за полный рабочий месяц получит не менее 13 тысяч рублей. Елена Семеновичева, Антон Водряков, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».